Внешняя ширина его 90 сантиметров. Внутренний объем 97 литров. Дверца имеет тройное остекление, чтобы сильно не нагревалось. В комплект идет решетка с комплектом для гриля, прихватки для гриля, ручка для шомпола гриля. Сам гриль. Гриль вращается автоматически. Гриль большой, очень объемный и хороший. Противень. Противень объемный, хороший. Также может служить для сбора жира из-под гриля. Верхний тен мощностью 2 кВт, нижний тен мощностью 3,6 кВт. Проволочные направляющие. Проволочные направляющие имеют 4 уровня. Легко отстегиваются для мытья. Также нижняя крышка, защищающая нижний тен, легко снимается, что позволяет очень быстро и легко почистить и помыть духовой шкаф. Шкаф очень хороший и интересный, на него стоит обратить внимание. Он имеет автоподжиг, максимальная температура будет идти 250 градусов. Рассмотрим функционал духового шкафа. Он имеет три режима. Нижний тен, включается температурка до 250 градусов. Потом верхний и нижний тен. И гриль. Естественно, верх-низ это тоже будет работать от газа. Далее идет у нас таймер автоотключения. Таймер автоотключения механически. Можно вывести в ручной режим, как я сейчас поставил. Тогда мы засекаем время сами и ждем время приготовления и потом сами отключаем. Либо же через механический режим. Выставили, допустим, на 40 минут. После отработочки шкаф отключается. Максимальное время установки 120 минут, то бишь 2 часа. Также дополнительно можно включить свет, либо же вращение гриля. Гриль очень интересный, про него расскажем чуть позже. В комплекте к духовому шкафу HFG-900 фирмы Kato входят дополнительно два жиклера под газ-баллоны, винты крепления, переходник 90 градусов с выходом под шланг, две паранитовых прокладочки, а также инструкция.